распаковка ростовской 3DS-ки. Я устал. Так, что мы тут смотрим, встречаем? Посмотрим. Документация. Гарантии. Абсолютно пустой, как обычно, как в России как принято. Как в российских магазинах, да. Это те карты самые. Для 3D, для создания 3D-шек. Очков нет случайно? Нет, очки к ней не нужны. Карты для развлекалого есть такие. Используйте вместе с DS. Руководство. Вот, цепляем иллюстрации. Хрена себе книжечка. На английском то же самое. Потоньше версия. Краткое руководство. Это на стену вешать плакаты. Ну это, видимо, да. Быстрое руководство такое, да. Разворачивать не буду. Короткая версия. Это же версия на других языках. Может, там Паша на фоне ругает. Это я понять не имею, что честно. Важная информация. Что ваши глаза долго не протянут. Площадь. Минстрит. Так, там есть второе дно, однозначно. Самое вот интересное дно. Вот, собственно, сама консолька. Она прям миленько в руках держится. Намного габаритнее, чем предыдущие модели. Там снизу нет таких надписей на русском языке? Не думаю. Да, она намного погабаритнее. Док-станция для зарядки. Можно и без нее. Можно с ней. Он точно такой же, как в ДС, абсолютно предыдущий. Поэтому они даже совместимы. Меню USB, да? Насколько на 3D-то? Да, вот там снег такой. Все, третьего дна нету. Никаких бонусов нет. Денег в коробке не лежит. Ну, собственно, все. Копировка 3D. Ну, там вообще-то по-русски написано. Да, естественно. Регулятор сам вверх. В общем, все меню на русском. Калибровка 3D. Прямо на экран. Насколько я помню, по-моему, даже... Эта штука надо будет вас калибровать. У меня аж глаза начали расплываться. У меня тоже какие-то спецэффекты перед глазами. Эта штука, она регулирует глубину. Да, вот так вообще глубоко ушло. Я прямо отсюда даже вижу. Видно? Два шанса сюда двигается. И крестики ушли вглубь туда экрана. Да, если чуть-чуть пониже сделать, она начинает нормально не резать глаза. Отлично. Ну, пошли ставить дату, время, то все. Все потом нужно вырезать. Все, я принимаю. Собаки и кошки. Я буду вас поковывать.
К сожалению, в день начала продаж других картриджей не оказалось. Это вот Ринкс был еще, но я его не хочу. Реально фул трейлер, мать. Ну так, на экране, конечно, на 2D не снимешь, что там 3D. Тут надо чисто глазами смотреть. Можно либо сделать. Ну вот я глазами смотрю, отсюда не видно 3D, даже вот отсюда сбоку. Видно? Да. Видно, что... Собаки такие. Это что-то блестит вот так. Вот, от окна. А так я уже не вижу, мне начинает чуть расплываться. Здесь надо под прямую смотреть. Все сняли.